Друзья, привет! Ну что, пошла коррекция? Ну, отлично, я прям очень рад. Мне вообще очень все нравится, как все происходит на нашем рынке сейчас. Конечно, в связи с тем, что я доработал пиратскую стратегию, вот, когда летом все лилось, мне не нравилось, потому что портфель очень сильно лился. Сейчас все, ну, конечно, сделаны выводы. И очень все хорошо, красиво происходит. Я сегодня, значит, что, продал Россети. Помните, я брал, докупал их 5 сентября. Спустя 2 недели на 7% они выросли. Часть продал, часть оставил. Какие-то другие компании, некоторые... Тоже часть продал. Ну, хорошо разгрузился. Вот. И добрал я сегодня самолет. Самолет льют. Вот что вы льете самолет? Вот реально, льют на чем? На высоком долге. Факт. Не поспоришь. Высокий долг. Факт. И на высокоключевой ставке. Ну, что, соответственно, плохо. Высокоключевая ставка плохо для долга самолета. Но и плохо тем, что меньше стали брать ипотечных кредитов. Что сказывается на продажах и так далее. Но есть факты, есть факты. Смотрим отчеты за первое полугодие. Выручка... за первое полугодие этого года увеличилось на 69% год к году. Экспансия самолета в регионы, в другие города идет просто семимильными шагами. И вот сейчас на форуме, на этом Восточном экономическом, тоже было подписано соглашение насчет того, что будет компания развивать проекты комплексного развития территорий с механизмом государственно-частного партнерства на Дальнем Востоке и Арктике. Вы понимаете, какие там проекты, какие там бабки. Вот уже подписано соглашение насчет застройки там Благовещенска, там жилой квартал будет возводиться 200 тысяч квадратных метров. Вот. Ну и по другим проектам, вообще по новым проектам. Я про самолет пишу часто, кто там меня смотрит на Ютубе, на Рутубе и так далее, ссылка в Телеграм, посмотрите, в описании пишу часто про Телеграм, поэтому, ой, про в Телеграме, поэтому прям совсем про свежие какие-то там застройки. Вот, допустим, очень интересный проект рядом с курортом Сарачаны, самолет будет застраивать около 700 гектар. 700 гектар. Там, представляете, да, цены в Сарачанах? Раз. Теперь представьте цены в Подмосковье. Да? Там застройка будет около 1000 гектар. И уже идет застройка. Это из свежих проектов. А так у самолета очень много проектов, очень хорошо идет экспансия, очень идет хорошо развитие. Поэтому, знаете, сравнивать самолет с Сигежей, у которого большой долг, ну, это некорректно. Я всегда говорю, есть долг, а есть способность обслуживать этот долг. Вы эти две вещи, пожалуйста, сопоставляйте. Вот. Ну, давайте к вашим вопросам. Вы мне спрашиваете, стоит ли сейчас шортить рынок. Антон, когда начнем, шортанем. Друзья мои, я не шортист. То, что я хеджирую вот этот вот пиратский портфель шортами, это не значит, что я там переобулся из лонга в шорте. Нет, я по-прежнему долгосрочный инвестор, активный. И это моя концепция построения капитала. И это только в этом портфеле, который пираты, который активно 3.0, только здесь я хеджируюсь, и то чуть-чуть. Вот люди, которые ко мне приходят на работу с портфелем, они не используют шорты. Это только потом, если вдруг они захотят в пираты пойти, они там, давай тогда, Антон, в пираты пойдут. Так они даже без маржи работают. Поймите. Человек, который ко мне приходит на работу с портфелем, он сам себе выбирает, какой ему комфортный. Есть без маржи вообще, да, 1.0. Есть 2.0, там немножечко маржа. Есть пираты, там можем использовать хеджирование шортами. Ну, у меня стратегии даю на выбор людям. Кому какая подходит.
Насчет шортов, я не люблю эти шорты. Просто вот это падение летнее, да, пиратского портфеля, я больше такого не хочу. Это с 2018 года, я веду блог 2018, вы кто-то есть старенький, да, кто-то со мной там 2018, вы знаете, что ну, такого у меня не было никогда, даже когда было СВО, упали мы там что-то процентов на 17, по-моему. Ну, поэтому, конечно, я сделал выводы, и сейчас очень все спокойно, ровненько. Если надо докупать, я докупаю на маржу, да, и если денег нет, но хеджирую шортами. Вот, допустим, сегодня рынок чуть-чуть падает, а шортики, соответственно, растут, понимаете. Потом я их закрываю и как бы окупаю лонги. То есть, по сути дела, мне маржа дается бесплатно. Ну, это все посмотрим, это все ля-ля-ля-ля-ля-ля. Конкретные цифры я вам назову от и до. Сделайте выводы. Вот, поэтому я не шортю, я просто чуть-чуть хеджирую. Вот мне спрашиваете, почему я хеджирую шортами? Разве не выгодно открывать противоположную сделку продажи фьючерсов? Да, выгодно. Это факт. Но где вы найдете фьючерсы там, на Евротранс, на Европлан там, и так далее? Они, может, и есть, но там ликвидность маленькая. И, ну, ладно, там фьючерсы. Вот я, допустим, торгую фьючерсами на крипте. Вот там ликвидность огромная. А у нас фьючерсы, ликвидность только там на газ нормально, на Сбер, на фьючерсы, на ВТБ. А на всякую такую мелочь их либо нет, либо там ликвидность прям минимальная. Поэтому шортами. Следующий вопрос. АФК как поживает в твоем портфеле, Антон? Нормально поживает. Ну и трубу железную не добавил в портфель? Так у меня есть она. Я же даже недавно ее добирал. Какие перспективы у Алросы? Слушайте, вот Алроса, она не входит в мой список интересов. Она даже входит у меня в шортовый портфель, ну, в шортовый список. То есть, естественно, это не самая слабая компания, чтобы шортить, я ее пока не шортю. Но она мне, понимаете, мне даже когда я беру, допустим, и через несколько дней продаю, я должен быть уверен в компании на долгие годы. И не просто в компании. Конечно, с Алросой там в ближайшие там, годы вряд ли там что-то случится, да, такое банкротство или там закрытие, вряд ли. Но мне нужен рост. Мне нужен рост компании. Я должен понимать точки роста компании. Да, у нее есть точки роста. Это рудник «Мир глубокий», это некоторые золоторудные проекты, которые сейчас она разрабатывает. Да, есть. Но меня знаете, что смущает? Мне смущает, в общем, я смотрю долю мировую продаж синтетических бриллиантов, и она неуклонно растет. И я задумываюсь. Понимаете? Основной бизнес Алроса – это бриллианты, а доля синтетики растет. И мне уже как-то не очень хочется Алросу брать. Вот такие дела. Ну, следующий вопрос. Как считаешь, на чем росла Башнефть весной и почему так сильно укатали? Надеюсь на восстановление осенью. Ну, у Башнефти, во-первых, прирост запасов хороший. Во-вторых, отчеты хорошие по финансовым потокам. А почему так сильно укатали? Ну, так нефть очень сильно укатали. И Башнефть очень сильно укатали. Все просто. Прямая корреляция. Добрый вечер, Антон. Что думаете с ОАК? Спасибо. ОАК – это памятник моей жадности. Это я хотел на ней немножечко поторговать. И в итоге из трейдера ОАК превратился в инвестора ОАК, потому что у меня есть принцип, я ничего не закрываю в минус. Поэтому сейчас просто вывожу ее в плюс, но хочу вывести в плюс и забыть, как страшный сон. Вот такие дела. Почему, друзья мои? Потому что это оборонка.
Кто-то скажет, так наоборот, Антон, наоборот, это же как бы перспектива. Компания, да, загружена заказами, да. Но знаете, основной акционер государство, и государство не очень собирается давать большую долю частникам, миноритариям в таком системообразующем важном предприятии. Поэтому время от времени проводят доп. Эмиссии таких компаний, что мне не очень нравится. Так что, какие вопросы есть, пишите в комментариях. Рад на них отвечать. Всем пока.